А вы знали, что такое СБ? СБ – это ассоциация студенческого баскетбола, повсеместно создающая лиги, в которых вступают команды разных вузов. Сейчас в ней играет более 1000 участников. Команда технолога «Белые львы» сейчас принимает участие в студенческой лиге ВТБ. Корни студенческого баскетбола уходят в жизни Георгия Мушегвича Саакяна, легендарного тренера, которому приписана основа белгородского баскетбола. В самом СБ «Львы» состоят уже не первый год. Команда берет титулы и набирает популярность и вес в студенческой среде. Всегда сложно играть два матча с одной командой. Вот, вчера у нас получилось все, и как бы в этом есть проблема во второй день. Вот, ребята вышли немножко недооценив, вот, но вовремя собрались и концовку провели на уровне. Поэтому эти две победы очень нужны. Мы стартовали в лиге ВТБ с двух побед. Сегодняшняя игра была очень зрелищной. Ну, думаю, зрителям понравилась игра. Вчера мы, конечно, забили много очков. В этот раз мы меньше забили, 73 очка. Но вчера не было такой интриги, как сегодня. Всю игру на равных шли команды. Были шансы выиграть у нас хорошие, я считаю, шансы. Но еще, видно, не сыгрались до конца. Не смогли дожать в концовке соперника. Немножко потеряли нить игры. Благодаря двойному домашнему успеху белгородская команда находится в лидерах турнирной таблицы, успешно начав новый сезон студенческой лиги ВТБ.